Russia said on November 22 it had protested to Finland after a damaged Russian tank was placed on display near the Finnish parliament. Why are they doing this? For what? Why do Finns need this? Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said, accusing Helsinki of Russophobia, the damaged Russian T-72B3 tank was put on display on November 18 in an initiative by two pro-Ukraine associations in Finland to remind people of the conflict in Ukraine. Finnish Foreign Minister Elina Valtonen said they had been notified by official Russia about their dissatisfaction but added that as an open society, Finland of course can have ways to manifest our support for Ukraine in several ways. Tensions have increased between Moscow and Helsinki since Finland joined NATO earlier this year in response to the Ukraine conflict, and they rose further last week when the Nordic country closed four crossing points on its border with Russia. Зачем? Для чего они это делают? Вот финнам это для чего нужно? Возможно, власти Финляндии настолько поражены русофобией, что готовы не только предоставлять неонацистскому режиму в Киеве масштабную финансово-экономическую и военную помощь, но и слепо идти просто на поводу у тех, кто просто ослеплен неонацизмом. Еще раз говорю, вот зачем Финляндии участвовать в подобных акциях, мне кажется, никто объяснить не может. Возможно, они, я имею в виду на уровне руководства, не способны понять, насколько неуместным видятся подобные акции на площади, расположенной в минутах ходьбы от Дворца Финляндии. А именно там в 1975 году закладывались основы общеевропейской безопасности и сотрудничества. Или это уже больше не ценности? Не знаю, сложно сказать. Но вот посмотрите, что творится на российско-финской границе именно по причине соответствующих действий Хельсинки. Я еще раз подтверждаю, никакие предварительные консультации с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводились с финской стороны. Мы были просто поставлены перед фактом. Мы довели все эти факты до финского посла. Мы заявили протест в этой связи. Наверное, это еще одна попытка Хельсинки переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на кого-нибудь, вот на нас, может быть, еще кого-то сейчас придумают. Я думаю, что это все не приведет к должному результату. А чтобы все пришло к должному искомому результату, а именно урегулированию всей этой ситуации, нужно работать в первую очередь с российскими коллегами, с пограничниками, финской стороне. Ну это же очевидно. Вы знаете, а можно очень просто сделать. Возможно, вы запросите финского премьера или правительства Финляндии, вот пусть буквально напишут дату и название должности, если они утверждают, что вели с нами переговоры, когда и с кем они это делали. Но это же просто, если они на этом настаивают. С кем они вели переговоры? Может, с пранкерами? Yes, we have been notified by official Russia about their, say, dissatisfaction with this. But Finland clearly stands by the side of Ukraine. Ukraine is victim to a ruthless and illegal invasion of Russia, and they have all rights based on international agreements, international law, to defend their sovereignty and their territorial integrity. And Finland, as part of the European Union and our NATO allies, we stand firmly by the side of Ukraine. And we, as an open society, we of course can have ways to manifest
our support for Ukraine in several ways.